Всем привет, друзья, с вами Джесс, и сегодня мы с вами продолжаем дальше проходить игру Alien Heart The Great War. Остановились мы на вот этой головоломке, я взял внизу динамит, кинул через огонь, пролетело это к двери, зажженный динамит, и он взорвался, и дверь у нас открылась. Слава богу, собачка не пострадала, а дверь открылась, и будем проходить дальше. Так, сохранение — это хорошо. Значит, сюда, окей, сюда, так, сюда, так. Ага, так. Это у нас босс. Что-то типа пальцем показывает, рычаг типа. Так, а это у нас что такое? Пропустить. А, то есть что-то сейчас... Да, он хочет нас выпалить как бы. Но не тут-то было, да, ребята? Не тут-то было. Давай-ка возьми, но как бы ты не можешь... А, то есть, скорее всего, сюда тут тогда нужно как-то... Да, я правильно все подумал. А, тогда нужно взять одну здесь, перекинуть через ту... а ну-ка, давай. Ой, беги, ой, беги, ой, беги, ой, беги. Так. Так, есть, есть, дверь взорвалась. Это хорошо. Так, мы можем наверх подняться? Нет, наверху мы не можем ничего посмотреть. А, так, прекращай гореть. Собачка, собачка, все хорошо. А, я ж уже, ладно, я уже один взял. Давай на Б. А, молодец. А теперь мне нужно просто, чтобы как бы вот так вот перекинуть, да, как-то вот попасть. Вот сюда еще нужно. А, то есть я понял, ладно. То есть нужно быстро, пока он приехал, я закину. А, так, это будет тяжело попасть, потому что я чисто не знаю. Ах ты, блин, гений мой. А, фак. Ладно, давайте еще раз попробуем. А, то есть нужно где-то вот в этом ракурсе, вот так вот. А, иди зажигай, ё-моё. А, Упсент, блин, ладно, это было слишком. Сейчас еще раз попытка. Неправильно, чувак. А, так. А, молодец, 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 молодец. Есть! Бум! Правильно, я думал, тут как-то нужно рассчитать, чтобы пока он доедет направо, там что-то взорвет. Но нет, тут просто надо было взорвать данную эту штуку, чтобы... и мне дается подсказка через... Господи, я это давно прошел, серьезно, где... Ладно, все, это тупо было, серьезно, потому что я прошел и дальше прошел, намного дальше. Сейчас мне, не бойся, высветит подсказка вторая, где там надо нажать на Б, чтобы собачка открыла... То есть, ну, как-то с подсказками, честно, это, наверное, долго они замутили, потому что... Или они рассчитывают на то, что я буду тут целых 30 минут копаться, такой не разберусь, да, не додумаюсь, и мне только подсказку дадут, да, через минуту. Хотя, может, на это идет у них расчет, не знаю. Ну, здесь у нас ничего, то есть никаких нычек нету, мы ничего открыть не можем, к сожалению, но это не беда. Идем дальше тогда. Так, тут, наверное, да, тут сейф, а... Так, ну что ты кричишь-то опять? Господи, когда мы тебя убьем? Видимо, суть игры — замочить этого босса. И вот сейчас будет, кстати, тут... А, то есть... Да, все, да, я думал, он будет двигаться. Ай, щит, 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 щит. Так. Ага, то есть... Ага, понятно. Собачка идет у нас сюда. Мы быстро... Ай, быстро, быстро, быстро. Слава богу, слава богу. А мы теперь должны как-то... Поднять, что ли? И чё... то есть мне нужно как-то перебросить, блин, очень так хитро, чтобы... А он упал... Может, стойте еще раз. Не понял фишку. Ё-моё, все. Все, 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 все. Сейчас первый уничтожится. Молодец. А, и мне нужно, чтобы... А, так, а, еще один. А, так, давай. Неправильно. Нет, блин, ты плохо стараешься. Так, еще раз, только нужно тут как-то посильнее, чтобы... А, давай, опускайся, пожалуйста, опускайся. О, большая зажигалка, я так тебя буду называть. А, так, молодец, все, красава, красава. Так, возьмем на всякий случай. А... Прошу прощения, ребят. А, блин, что-то хотел сказать, уже забыл. А, в общем, да, мы молодцы. Все, молодцы, сделали, красава. А теперь идем наверх.
А, и должны... Нет, рычаг нам больше не понадобится. Идем тогда дальше за этим... А, генералом черной армии, можно так сказать, как-то за этим врагом. И что это за... What the hell? Ба, он его вырубил. Thank you. Лайк, лайк. А, ребята, кстати, не забывайте про лайки за новую серию. Все-таки лайк, типа... Блин, эпическая игра, конечно, все-таки классно. Чувак даже напомнил. Так, ну что, теперь ты будешь со мной, да, а, доктор? Или ученый? Ты ученый вообще-то. О, господи, очередной какой-то босс. Ха-ха-ха, за живот так держится, типа, ха-ха-ха. Ай, господи. И типа, что ты хочешь, блин, мать твою? Ну ладно. Эй, слышишь, ты нас сейчас просто выпалишь. И как бы он меня сжег, а профессор почему-то не... Ну что за what the fuck? Что мне нужно сделать? Почему-то скипнуть теперь дело не могу. What the fuck? Я не понимаю. Давай еще раз. Куда мне нужно закинуть эту ерунду? Прям к нему туда, что ли? Ну? Ну да? Все. Ага, лох попался. Чего тут, блин, ладно. А, да, мы вернулись теперь к нашему герою. Как-то все было неожиданно, то есть надо его теперь спасать, помогать. Перелезть нужно, да? О, да, я уже такой думаю, типа, не перелезу. Или лопаты я раскидаю эти мешки. Вниз, окей, вниз. То есть нужно... Что-то сейчас предпринять. Очень хорошо связанные все истории. То есть, как бы там слышно даже, как он вопит со своего танка огненного. Подкуриватель, блин, зажигалок. То есть, сигарет. И как мы тут, собственно, появились за героя. Сейчас бежим и как бы пусто, ничего не нашли, ладно. Давай быстрей. Ну, может, вы как-то прям отойдете, что ли? Типа, я не знаю, серьезно, как теперь пройти, если эти, блин, будут там стоять? Это не, теперь непонятно немножко. А, может, здесь какая-то плюшка будет? Ну, тогда я не знаю. Может, мне сдаться, просто выйти? А, да, выйди просто. Так, ладно. Во всем есть какой-то прикол, скорее всего, он тут должен быть, не знаю. Вот дверь закрыта. Здесь мы, кстати, уже бегали вроде, да, за другого персонажа. Да, подкоп сверх, потому что меня просто убьют. Все, правильно, наверх мы подняться не можем. Посмотреть хотя бы камеру поднять. К сожалению, нет. Копать я наконец-то научился это на X, на X. Yes. А красиво тут, слушайте, так прям восход он скоро или заход, не знаю. О, то есть мы как бы без проблем прокопали. Смотри, какая-то плюшка. Вот, подождите. Это билет или чертеж? Чертеж последнего изобретенного отца Анны чертеж. Двигатель, который сложно устроить для чего? Ага, то есть это отец Анны. У нас осталось две. У нас полностью сет ачивок будет весь. Классно. Пипец, тут человек трясется, жуть аж. Так, фактори. Дверь не может огненную сжечь. Мне хорош ломать дверь, слушай, заколупал. Сейчас я динамит сюда сброшу. Кстати, у меня есть динамит. Подождите, дайте ко мне. Да подожди ты. Ага. Так. И что это так? Ты. Ладно. Не, давайте еще раз. А, чтобы рикошет, скорее всего, был, я уже. Да блин, хорош тут все разламывать, мужик. Все, понял. Давай. Твою мать, блинский. Чтоб тебе, блин, в пень. Давай, ну. Есть, прям. О, смотрите, что сейчас будет. Будет. Как бы я... А, да? То есть... Блин, фак! Ладно, еще раз. Хорош, не показывать твою тупую рожу, блин.
Иди, иди в пень, слушай, иди в пень. Давайте. Быстро, 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 быстро. Теперь мы опускаем немножко вот так вот. Так. 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 Ух ты, двойнуха сейчас будет. Есть, есть, есть! Пукан подбит! О, да! Нифига, еще две не кидал, кажется, или кидал. Ха, бежишь, бежишь с подводной лодки. Ха-ха. Его, ребят, все, короче, мне... Кидай динамит. Прыжок! I'm alive! Или как там было в песне? I believe I can fly. О, господи, что сейчас будет? Там же столько динамита! Блинский, блинский, подцелим прям. Ну, наверх. Господи, господи! Мы все умрем! Ни хрена. Белизна альпийских гор. Немцы смогли его удержать. Операция провалилась. Офигеть. Сами себя разрушили прям. Операция провалилась? Мы же все сожгли вроде, все взорвали. Но тот мужик не умер. Хотя такого взрыва... Неужели это вся игра? Стойте. Почему было сейчас... Почему сейчас была... Почему сейчас была надпись? То есть игра закончена? Глава... Фух, все, глава закончена. Просто третья. Маковое поле. Я думал, что... Пипец, я думал, что игра уже закончена, господи. Родная, я так запереживался. Хотя я так и долго... Так быстро прохожу, пипец. Он был для меня как брат. Я не представлял, как трудно будет проститься с ним навсегда. Есть и хорошие новости. Карл сейчас вдали от фронта. То есть куда-то кого-то забрали уже. Увижу с ним. Карл уехал, то есть куда-то вон, напиши про себя. В другое место. Как вы там? В Сен-Миэле стало А, спокойнее. Он же в тюрьме же, я совсем забыл. Да-да-да-да, его в тюрьму как забрали, я помню. Так, а мы сейчас тоже в тюрьме, кажется. А нет, мы сейчас за него уже играем. Наконец-то, неужели нам дали поиграть за этого блондинистого парнишу. О, да, этого прям вообще классно. Да, весь такой грязный. А он чипчики для пальцев, ног. Ну возьми ты. Прошу прощения, ребят, блин, тот заболел, ё-моё, ещё жара такая, 8 мая, тысяча, лагерь. Сосиски, смотрите, там прямо нарисованы две сосиски. А ну-ка. О, смотрите, у него какая. Сверху ножка лежит, прям для собачки. Люди как будто тут вообще не голодают, то есть... Не знаю, поел бы, что ли, сам бы. Мы как-то можем это схватиться, да? Угу. Мы можем тебя скинуть? Нет, не можем. Окей. А так? Тебе нужна аптечка, то есть вот эти вот подтяжки. Что ли? Ну, ты посмотри, там нету ничего. Подтяжки на аптечку. Но тут нету, к сожалению, ничего полезного для меня. То есть я не знаю даже, куда мне идти. Попробуем спуститься вниз. Тут ничего нет. Так что... А ты что хочешь? Трубку что-то забитую. Хочешь покурить, что ли? Ладно, идем дальше. Тут, слава богу, есть куда можно пойти. Так что смотрим. Так, жизнь в лагерях для военнопленных. Да-да-да, вот, кстати, ну как за тюрьму, типа, почти угадал. Даже между частью войны действия сохраняли классные... Солдаты содержались в разных лагерях. Пленные нередко голодали. Ну и так далее, то есть понятно. А вон там бог, нифига себе голодают. Пьют, танцуют, нифига себе. Или это начальники, а? Ладно, здесь точно что-то должно быть. Этому нужна аптечка срочно. Вагонетка, то есть уже есть движущиеся предметы. То есть это уже хорошо. То есть только надо сбить. Наверное, чтобы не упали к нам сюда. Хорошо. Не, ничего не дашь, да, мне? Хорошо, у тебя ничего и нету. Мешок. О, это платок какой-то у нас. На свой платок. Платки, платки. И, в общем, платки какие-то, ладно. Это у нас тут будет толковое. Так, вот. Мне бы как-то сбить, что ли, или я не знаю. Ну ладно, дальше идем, не знаю.
Мы можем посмотреть дневник. А, нет, чего нет. Базар какой-то. Фига себе, все, это максимум, насколько мы могли далеко пробежать. Тогда сюда заходим, начинаем здесь лутать. Скорее всего, здесь будут какие-то вещи. Это у нас книжки какие-то. Это записная книжка почти. О, книжки какие-то, записные книжки как раз. О, достижение какое-то выполнено. Почти у каждого солдата на войну были записные книжки, в которых он записывал события и переживания своей жизни. Благодаря таким книжкам история стала много известна. И бла-бла-бла на войне там тролливали. Нам еще нужно 3 предмета и полный сет ачивок будет. Не туда, ты надо сюда заходить. А, так, тут у нас кран. Ну, помойся. Это нефть, что ли, капает там? Ничего нет. Шлятавитавикан. А, все, я запомнил. Это нужно уголь. Может, его туда надо положить, нет? Может, нужно в тебя его кинуть, чувак? Сейчас мы попробуем. А, нет, как бы, да? Ну, нет, так нет. Я думал, может в топку закинуть, но воды нет. Ну, давайте возьмем один камушек, пойдем наверх. Почему наверх, не знаю. Ого, тут какой хитрый. Хитро сплетенный. Ой, лабиринт. Вода поступает оттуда, это как факт. И, то есть... Ладно. А, да. Смотрим, что... Так, неправильно. Нет. Правильно. А, вроде вернулось все на своя, на колея своя. Ладно. Так. То есть. Ну уж никак. Нет, можно, конечно, попробовать и так сделать. Ну, еще крути-крути. Сюда, там переключается у нас. А, какая-то ерунда, смотрите, что это за монетка? Это жетон, жетон германского солдата. В начале войны жетоны германских солдат в разные герои стали. В общем, понятно. Тоже. Так. Чем тут же, блин, прикол? Вот, не знаю, давайте попробуем. Нет. А, есть, вот так. А, ну, вода не туда сейчас побежит. Да не так же. Ну, блин. Так. А, отпусти! Нет, да зачем ты тянешь опять? Так, кнопки. Так, вот сюда. Сейчас отпускаю. Так, можно как-то наполовину? Нельзя. Блинский, вот это серьезно хитро, потому что... Давайте покрутим еще раз, не знаю. В чем да тут подвох? Я вот... То есть нужно воду спустить на вниз, как я понимаю, правильно? Вроде как да. Эх. Подсказка. Слава богу, вот сейчас они дали вовремя. То есть нужно соединить наверх. Ага. Все, просек, просек. Теперь нужно здесь. Ну-ка. Так нет, эту я крутил уже ерунду. Тогда нужно это покрутить. Да, и сюда. Так, есть? А, ну вроде как так, да, потому что по инструкции вроде бы так. Давайте вторую подсказку. Фух, теперь попробуем еще раз. Не знаю, вовремя по подсказке, блинский, было так. Ее, может, нужно вниз? Не знаю, в общем... Еще одна подсказка. А, то есть тут соединяем. Сюда, сюда, сюда. Вроде так. То есть, ну только здесь неправильно. Ладно, в принципе так. Так что, ладно, ребят, на этом пока серию будем, наверное, заканчивать. Так что, если вы смотрите это видео абсолютно случайно, я думаю, вам понравилось и хотите видеть больше таких роликов, тогда оставляйте ваши комментарии, ставьте большие пальчики вверх. Не забывайте больше лайков, больше серии, быстрее выйдет серия. Вот. И вообще, вы меня радуйте, помогаете мне, не знаю, как-то поддерживайте меня, что ли, морально, лайками, в общем, есть стимул дальше снимать, проходить дальше игру, так что всем удачи, всем пока, до новой встречи, до новой серии, всех целую, обнимаю, пока, ребят, давайте увидимся, вы самые лучшие, не забывайте это. Да.